Дружище, я матерюсь. Так что 18+. Решил, короче, подряд записать видео. Ну почему, ну как бы время есть, почему бы и нет. В общем, всем привет. Вы на канале Daryl Winter. Сегодня снова продолжаем Биошок. В прошлый раз мы всех сестричек упокоили. Ну как упокоили, очистили. И некоторые места, короче, профукиваю конкретно. Да, потом нашли какой-то фотосканер. Опять же, много раз взламывали. И кое-что новое увидели. Правда, оно не помогло особо. Просто напрямую провожу. А! Так, чё? Что ты принёс? Так, снимки для Пича. Эй, ты что, собираешься нащёлкать стороне Пичу снимков? Или ты на экскурсию зашел? А, блядь, надо же было фоткать. Сорян, босс. Сейчас исправимся. Контрабанда Фонтейна. Все приличные лаборатории отказались иметь со мной дело. Пришлось обратиться к контрабандистам порта Нептун. Люди Фонтейна настоящие свиньи. Они не моются и постоянно сплевывают сквозь зубы. Зато они выполняют заказы без лишних вопросов. Фонтейн держит их в страхе. Этот человек напоминает мне доктора Менгеле. Не удивлюсь, если вскоре он будет всем здесь заправлять. Так. Чоколадка. О, пепельниц впервые что-то нашел. Никогда ничего не находил. Сигареты. Так, надо фоткать их, правильно? Ой, как все мутно, блин. Judas! Улыбнись! Ах ты, зараза, ушел! Стрелок. Надо его выманить сюда. Здорово. Да блях, одной пулей я его что ли убил? А я-то не думал, что... А? Да бляха. Все что ли? Полный прогресс? Да сука, заебали. Не успел я его шандарахнуть. Так, чтобы он этот вырубился. Ну блин. Что тут? Пленка! Отлично! Это еще так много продают. Прикинь, 15 штук. Или это цена 15? А, не-не-не, а, нет, не зря. Здесь можно проехаться. А, нет, 15 пленок. 100 пленок можно. Давай, беру. Давай, 63 пленки. Пойдет. Красава. Все. Неплохо. Я думал, мне будет тяжело снимки эти делать. Но только вопрос вот... в том, что как узнать. А это что такое? Интересно.
Как узнать именно, какие я фигнюшки открыл? Ага. А где я вообще? А, ну сюда назад надо сначала сходить, там что-то есть. Слушай, маме клянусь, там что-то есть. Отдельная часть сюда имеется в виду, да? Здесь вообще тупик, что ли? Никуда не приведет меня это место. По всей видимости, да. Так, тихо. Ага. Опа! Улыбнитесь! Шестое чувство. Это ваше особое чувство. Вы будете замечать то... Да, блядь. Вы сможете повторно обыскать контейнеры и трупы, чтобы получить другой трофей. О! А вот это хорошо. Так, описание дай-ка. Прибывает немного Евы, аптечка. Да, вот это, да, поменяем. Ава, попался. Поймал. Мысль сфотографировал. Не был он сфотографирован. Нормально. Вискарик попить. Смотри, какое место интересное нашел. Бар, что ли, что это? У вас скриншотик сделаю. Нормально. Сверхурочная работа. Диана, любовь моя, прости, я снова вынужден задержаться. Розенберг наседает на меня с разговорами об этом фонтейне. Я пытаюсь построить нормальный финансовый рынок, а этот идиот только и твердит об Адаме и генных модификациях. Придется уделить ему час и притвориться, что я слушаю внимательно. Привет, домой, как только освобожусь. Эндрю. Он в какое-то время, видать, был нормальный мужик. Что-то его испортило, по всей видимости. В смысле? А, R! Ну-ка. Нет, ничего не дало. Ничего не дало. Здоровье восстанавливаю себе. Бляха, ну я реально надеялся, что меня сейчас накроет. Или вообще сдохну от после 8-7 бутылок алкоголя. Ну шатает, дай бог. В глазах хребит. Аптечки так классно тарят. Скрытно. Надо что-нибудь какие-нибудь. О! Контрабандисты, что ли? Что-то написано было. Я почти настиг преступников. Я мог бы гордиться собой, но... Будем смотреть фактом в лицо. Речь идет не о банде кровожадных головорезов. В восторге живут поэты, художники, спортсмены, а не бездушные наемники. Но этот фонтейн, главарь контрабандистов, он настоящий монстр. Его руки всегда остаются чистыми, но все знают, что с ним лучше не связываться. Да уж. Ничего нет? Нет. Так. Ну, в принципе. А ну-ка, тихо. Да бляха. Попался. Да блях, не хотел я его фоткать. Еще штраф, говорит, какой-то я должен за это дать. Потому что лишнего сфотографировал. Несправедливо это. Короче, я что-то отвлекся. Мне в ту сторону сначала надо было пробежаться. И надо сохраниться. The smile is the friend of the parasite. It is your duty.
А, шоколадка, точно. Во, нормально. Шоколадки все-таки хороши. Так, я готов. Сейчас только сохранюсь. Хорошо, хоть пленку не содрало. Диана. Блять. Не успел фокусировать, что ли? Есть, успел. Я где-то здесь этот взламывал пункт, где можно вылечиться. Медпункт. О, как раз рядом. Все идеально. Ну блин, я второго сканировать не успел. Больно они бьют. Вообще больно. Рыбный Макдональдс был написан. Диана или он, я не знаю, кто там. Так, портфель, пирожное с кремом, смертная казнь в восторге. Смертная казнь в восторге. Совет кипит и бурлит. Говорят, на улицах вспыхивают мятежи. Но пришло время для власти показать силу. Нужно приструнить контрабандистов. Любой контакт с поверхностью может открыть брешь для паразитов, от которых мы бежали. Несколько свернутых шей отнюдь не чрезмерная плата за наши идеалы. Я ее не вижу. Она где-то там ходит, но я ее не вижу. Так, торговый автомат, что продаешь? Мины, реагирующие на движение. Ну, в принципе, не, не надо. Обойдусь. Ну, блин, знаешь, что неудобно? То, что я не могу в любой момент посмотреть, какие у меня усиления стоят. Просто посмотреть, не меняя. Это раздражает. В принципе, здесь комната не такая большая. Пленку нашел. Диана. Диана. Ага, нашел. Ага, конечно, да. Воу! Здорово так делать! Блин, я вообще не ожидал. Разумеется, фотографировать может трупы противников! А чё ж ты раньше-то не сказал? То, что можно трупы противников сфотографировать. Ну-ка. Серьезно? Низкий уровень. Че? Слишком низкий уровень. Фотографии не сделано. Чего низкий уровень? А, у меня низкий уровень. Чего низкий уровень? Я не понимаю. Трупы тоже, говорят, можно фотографировать. Но, блин. Орган мутанта-паука. Аптечка! Из органа мутанта-паука. Не, короче, непонятно. Почему-то не работает. Так, что я хотел? А, да, прочитать, что он там сказал. Думаю, этого достаточно. Когда будешь готов, возвращайся на рыбзавод. Очень тебя прошу. Смотрю, что. А тут, кстати, по-другому написано. Похоже, это то, что надо.
прямиком, типа, возвращается. Диалоги отличаются. Вот это вот мне не нравится. Там, может, как какой-нибудь акцент интересный будет. А тут его нет. Может, тебе гранаты подбить? Камера зависла, да? Че? А, лишнего. Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. Мутант Нитро. Прогресс исследования. О! В смысле? До конца нет? О, до конца. Увеличен урон по нему. Уязвимы противопехотных патронов. Понял. Хорошо. У меня такие есть? Есть. Это пизда! Опа. Я не знаю, как это работает, но ладно. Надо ее, короче, как-то этот. Осколочная, наводящаяся. Осколочная. Попробуем. Сука, не то. Так эта мина, она прилипает к стене, нет? Вроде нет, если не ошибаюсь. А могу забрать? Зато камеру взорвал, да? Нормально. Стоп. Нет, ничего не выпало. Бинты. Еще бинты. Еще бинты. Нормально. Надо, короче, попробовать кого-то пристрелить. Не сканируя. А, не фотографируя. Ну да, не сканируя, в общем. И проверить. Пленка. Кассовый аппарат. 32 монеты. Нормально. Так, я тут, да? Что здесь у нас? А, тупик. Доллары. 8 штук. Нормально. Еще доллары. 5 долларов. Ну, с этой стороны, короче, все. О! Глазастый какой я. Если что, я просто проверяю, не появился ли кто на горизонте. Тут вроде ничего нет внизу. А! Стоп! А! Я забыл про эти проходы. Подожди. Можно как-то сюда? О, красавчик, молодец. Пивко. Оно мне ничего не дает, в принципе. Ну, почти. Не могу, как всегда, на автомат пули влезть. Встреча с Райаном. Я бы закрылся с Райаном, когда мы с ребятами устанавливали в его шикарных апартаментах на парк-авеню оборудование для ванной. Говорит он, почему это вы ставите медные фитинги? Подрядчик составлял мне смету на оловянной, а я ему, ну, а этот ваш подрядчик будет лично устранять ваш потоп раз в две недели? Если дело в цене, я сам оплачу вам разницу между медью и оловом, сэр. А с какой это стати, спрашивает он. А с такой, мистер Райан, что доброе имя дороже денег, и никто еще не жаловался, чтобы трубы Макдонага протекали. И на следующий день Райан назначил меня своим главным, новым главным подрядчиком. Нифига себе.
просто парочкой фраз поднялся этот. Сильно. Стоит мне подумать про жену и ребенка, который прячется в этой грязной смарине. И у меня закипает кровь. Помоги мне их спасти, и я буду твоим должником на всю жизнь. Вот это я успел прочитать. Аллилуйя, господи. Ничего? Ничего. Ну, вода, конечно, тут, да, реалистично. Так, тихо. Тихо. И чё? Еще увеличенный урон. Уровень повышен. Опа! Это кто вообще? Это камера наблюдения, а мне нужен этот. Только не она, пожалуйста. Это живой еще? Да ладно. Ты где? Алло. Все, он мертвый должен быть по факту. Ну противопехотной пули. Чего вы хотели-то? Еще бы они не стреляли нормально. Не, ну они так тихо тут крались. Я прям охерел от них. Если что, я оружие просто подобрал. Где камера? Ага, вижу. Кстати, за камеру мне тоже что-то давали. И я сейчас говорю про... Да, подожди. Про какое-то усиление против камер. Все, моя камера. Осколочная граната. Можешь потренироваться гранатами и их пострелять. Вино. Толку у меня от этого вина никакого. Ты чё? Клубный Эль Райан. Я куда-то попал. А, не страшно. Одна картечь. Плюс-минус. А где я вообще нахожусь? Это тупик? Или чё? Она меня... в смысле? Угомони свои этот порывы. Где? Кого? Враг оповещен? А, это моя турель. То есть я теперь понял, что враги идут. Да. Сейчас главное не вылазить отсюда. Подожди. Могу? Не, не могу. Меня обманули, нельзя фотографировать трупы. Восторг меняется. Восторг меняется, но Райан не замечает опасности. Этот Фонтейн. Пускай он мошенник и ничтожество, но у него в руках Адам, а значит власть. Он вкладывает всю прибыль в разработку новых улучшенных плазмидов и строит дома для бедняков, которые тут же становятся на его сторону. Мы успеем... не успеем оглянуться, как он соберет целую армию мутантов. И тогда наступит настоящая беда. Опа. Чё это за рыба была такая? Там рыба какая-то была? Пластатая. А, понял. Так, попал. Она, конечно, успела меня выстрелить, но, блин,
Я все равно этот преуспел в этом. Я просто строю, если что. Я сейчас не импровизирую. Как идет, так и строю. А, нет, она вообще мне урон нанесла. Тихо. Да бляха. Идем. Эй, сука, спрятался как маленький. Успел. Да в смысле не успел? Блять. Ебанутая игра. Чуть-чуть сдвинешься и все. Все, попался. А, уже сфотографирован. Все. Гранаты осколочные, сейф. Больше гранат нет. Надо будет подлечиться, кстати. Ладно, давай сейф взломаем теперь. Что тут у нас? Автозломщик. Нормально. Жаль, нельзя здесь поменять этот предметы. То есть я могу быстро взломать и сразу двигаться, не обращая внимания на... Ну понятно, в общем. Так, опять кто-то, да? Дай-ка поменяем на осколочные гранаты. Откуда они берутся? Не было же никого. Уже есть, говорит. Странно. Там же охрану могу за доллары отключить. Нафиг мне это надо, она зама... Управление дверью. А, я теперь понял, где я вышел. Ага, вижу. Ног потратил, да? Тут еще пару мест осталось. По факту. Где они стреляют? Где вы стреляете, твари? О! Они вообще вон там все. Робота же могу сканировать. Заебись. Урон. Да, блять. Куда ты уехал? Стой! Ой, уляем. Разнесли тут все, гаденыши. Я тебе могу сфоткать? Могу. Смотри, могу. Нормально. Камеры сожжения могу уничтожены. В каких случаях он может это делать, а в каких не может? Не понимаю. В чем вообще прикол? Ладно. Короче, смотри. Тут осталось всего два места, куда пойти.
Ну, скорее всего, вверх это вверх, а низ это что-то другое, да? Сейчас проверю. Вниз здесь спущусь. Это, скорее всего, не считается низом. Это кто? Мутант Нитро. Сучка, ты смотри, что попал. Натуре попал в меня. Бляха. Опа. Ура! Я смог это сделать. О, тебя только не хватало здесь. Так, ладно. У меня здоровья просто мало. Айдак по-братски сохранимся. Надо заканчивать, кстати, уже. Я просто думал, что мы успеем обыскать собака, а? Тот участок. Ящик с гранатами. 5 монет ставить, чтобы кабинку открыть? Это что вообще такое? Ну-ка. А, патроны для автомата. Ничего себе. Ну-ка. О! Мины, реагирующие на что-то. Блин, это здорово, но я не могу взять, у меня все битком. Аптечку использую. Потом чё? А, вот и аптечка. Тут никого нет? Ты кто? Новый боевой тоник. Статическое поле 2. Старое статическое поле почти перестало замедлять. Приобрети новое статическое поле. Генный тоник от Ryan Industries. Так, описание. Ой, бляха. Арест Фонтейна. Мистер Райан, я верю в успех восторга, но это не значит, что нас ждет победа над победой. Сейчас все глаза устремлены на Фонтейн Футуристикс. Скажу откровенно, когда мы арестуем этого негодяя за грабежи и контрабанду, нужно будет пообещать людям, что мы не станем трогать его бизнес. Мы занимаем места в совете благодаря этим доверчивым беднякам, а не благодаря Господу Богу. Так, подожди. Нет, этого нельзя сфоткать. Не дает. Бляха, муха. Аба, попался. I can see you. Блях, вот зря аптечку только потратил. Это что такое? Пленка, сигареты. Ладно, в следующий раз тогда продолжим. Сейчас я выйду отсюда. Что нам тут осталось-то по факту?
Оу! Успел? Успел. Ой, бляха! Хорошо сфоткал? Да, вообще хорошо. Постоянный шанс 15% на то, что вражеская граната не взорвется. Воу! Я же их взорвал, надеюсь. Это было весьма смачно. Вот же этот, лечилка. А я пули трачу. Так, стоп. Могу. Да в смысле? Вот сейчас же только было. Алло. Да блин, ну как так, а? Получается, нитро может этот... роботов на свою сторону переманивать. Как я понял. Я думал, он только гранат кидает. Все. Ева не берется. Ну, потом, значит, возьму. Проблем-то. Ящик контрабандиста. 20 на пулю взял. Но чувствую, здесь что-то будет в следующий раз. А, вон он! Что с тобой не так, братан? Иди-ка сюда. Пошел в жопу. О, нормально. Вот там я одного, короче, убил гранатами. Блин, повтор включил. Два раза. Повтор включил. Где они? А вот. Тут что, робот должен был взорваться? Ладно, продолжим в следующий раз. У нас, в принципе, что осталось? Вот эта комната. И вот эта комната. Благодарю всех, кто смотрел это видео. Желаю всем хорошего дня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто впервые тут. Пишите свои комментарии. С вами был Дэрил Уиндзор. Всем пока.